пожалуйста, что опять опоздала. Не опять основа, дорогая. Ну, простите, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Проходи уже. Спасибо. Ага. Ой, так что ты мне говорила, дорогая? Ну вот все, на месте. Можно садиться за работу. Сейчас, подождите, я запишу быстренько. Спасибо, до свидания. До свидания. Никина, срочно! Что произошло? Сейчас к нам придет очень важный человек. Где твоя самая лучшая работа? Быстрее, думай. Да, сейчас, быстро. Никин, ну, наверное, вот это, что висит здесь, на стенде, это и есть лучшая работа. Ой, да, точно. Убери телефон из рук. Быстро. Да, извините. Уже убрано. Я вижу. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Это ваша лучшая швея, о которой вы мне говорили? Да, да, это именно она. Так, ну тогда давай знакомиться. Ой, да, я, то есть меня зовут Мелисса, мне 21 год, я окончила университет на профессию швеи. Понятно, а вы из этого города родом? Да, из этого. Ясно, а покажите свои работы. Работы? Мелисса, показывай быстрее. Ничего, все хорошо. Ну, вот такой вот брючный костюм есть. Хорошо. Разбирают его вот прям как горячие пирожки. Все уже просят сшить такой же на заказ. Понятно, понятно. Давайте дальше. Мелисса, показывай. Да, вот еще работа. Вот такое розовое платье, которое было сделано своими руками. Так, еще. Минутку. Вот. Так, ну что ж, понятно все. Мы вам позвоним, только дайте свой номер телефона. Да, сейчас напишу вам на листочке и передам. Вот, держите. Мелисса, проще было просто его сказать. Ну, пускай уже будет так, что поделаешь. Спасибо, все, мы будем держать вас в курсе. До свидания. До свидания. Пойдемте. Господи, фух, пронесло. Мелисс, ну что ты тупишь-то, а? Анна Николаевна, я же не знала. Чего ты не знала? Какая разница? Что за мухрю? Надо было просто показать работы. Так, а вы говорили показать помаду. Ой, работу, то есть только одну работу. Видишь, вообще меня не слушаешь. Все, работай. Что-то она нервная какая-то. Опять, наверное, собака сходила в туалет на ее одежду. Не опять основа! Ой, ну я тебя уволю, Мелисса. Ну, Анна Николаевна, ну простите, пожалуйста. Иди уже работай. Наконец-то я дома. О, нет. Алло. Алло, здравствуйте, у нас к вам предложение. Девушка, идите, знаете, к Анне Николаевне. Господи, как я устала. Вам пришло новое сообщение. Ну что же еще может быть? Эх, почему всем так везет? У Марианы есть парень. Да какой там парень? Скоро мужем уже будет. У Наташки есть, хоть и бедный, но зато какая у них любовь. А у меня... А давай сузить. Давай, я буду очень рад. Ты только дай мне
свой номер телефона. Да, и подожди меня. Блин, фу, лучше бы за место этой мысли книгу почитала. Кстати, господи, что ей нужно этой Анне Николаевне? Я знаю, что ты не спишь. Опять? Как она это делает? А, блин, точно, я же вошла в сеть, ё-моё. Какая она прошаренная в этих технологиях. Ладно, все, буду ложиться спать. Все. Да ёшкин ты кот. Да... А! Хватит звенеть. Ой, как я хочу спать. Так, стоп. 21 пропущенный вызов. Ой. Алло, Никина. Ты где? Здесь уже человек пришел и ждет тебя 30 минут. Я, конечно, понимаю, что ты легла в 4 утра, но люди и деньги ждать не будут. Где ты? Все ясно. Можешь не приходить. Я пошла писать договор об увольнении. Вы увольняетесь? Мелис, проснись. Тебя увольнять будем. Да блин, подождите. Знаешь, на сколько минут ты опоздал уже за 2 месяца? На сколько же? Настолько. Пока не придешь, Никина. Ясно, все, бегу. Беги-беги. Не забудь по привычке увидеть какого-нибудь старого Анна друга Николаевна. И начать с ним переговариваться. Все, я собираюсь уже. Черт! Давай, жарься. Так, все, быстро нужно позавтракать. И уже бежать. Так, все, можно идти. Очки! Бегом, Ой, извините, пожалуйста. Блин, ну как-то... Стоп. Никина? Стервов? Сори, мне бежать надо. Подожди. Да некогда ждать. И так деньги теряю. Ой, то есть... Ладно, где ты работаешь? На швейной фабрике. Пойдем, я тебя подвезу. Ну... Да уж, мне Наташка рассказала все про тебя. То, что ты мне нравился? Ага, но не сейчас, я уже отомстила за это. Стоп, как? Аккуратней, смотри на дорогу. Да так, лучше не знать. Просто встретила ее у дома в костюме крысы. Украла, принесла на чердак к себе домой. А все? Потом неделю мне не писала и 24/7 не спала. Понятно, значит, ты опасная. И еще какая. Ладно, спасибо, что подвез. Пока. Пока, обращайся. Вот так, стоять! Черт, Анна Николаевна, простите, пожалуйста, я так больше не буду, правда. Ты мне это уже каждый год, сколько здесь работаешь, обещаешь. Ну, Анна Николаевна, иди уже, Никина, и побыстрей. Спасибо. О, привет. Я не поняла. Ты здесь что творишь? Да так, тебя подменяю. Меня? Ты себя сначала подмени, а потом попробуй до моего уровня дойти. Никина, прекрати концерт. Опа. Анна Николаевна, вы знаете, как вы меня унизили? Скажи спасибо, что бумагу еще не подписала. Спасибо огромное, но пусть уйдет вот эта вот девушка с моего места. Лизочка, иди, пожалуйста, на место. А ты, Никина, работай. Хорошо, Анна Николаевна. Давай. Фух, как я устала. Алло? Алло, здравствуйте, Мелисса. Это кто? Девушка, с которой вы виделись вчера. А, здравствуйте. Мы подумали и приняли решение. Что? В
смысле...